И сейчас приглашается пара номер 10. Это Озеров Алексей по прозвищу Шерстяной Волчара. Против Филиппова Антона по прозвищу Кок. Хорошая комбинация, да? Перевести бы дух после предыдущей схватки. Конечно, можно. Для тебя можно все. Перчатки! Я смотрю, перчатки у нас кончились, остались одни бандажи. Сейчас на руки бандажи намотаем. Давай. Давай, я один. Давай. Вот чего. Винтов нет, зато есть носки. Друзья, мы долго готовились, сейчас мы стараемся быстро податься. Правила помним, не нарушаем, внимательно слушаем меня, уважаем друг друга, работаем активно. Руки пожали. Угла. Готов. Готов. Выдых. Во-первых, здравствуйте все. Хотел бы поблагодарить очень сильно организаторов всего мероприятия. Это очень важное мероприятие, потому что оно позволяет обычным людям, которые занимаются другими вещами в жизни, выступать и реализовывать свой потенциал. Огромное спасибо моему противнику, потому что он выступил, на самом деле показал достойную дорогу тяжелую. Спасибо тебе большое. Шеф-повар. Опасно, конечно, сажать работать. Ну и в общем, я рад. Спасибо. Спасибо тебе. Почти только что творческий вечер. Ну, тебя сохранились еще всего что-нибудь сказать? Много лишь осталось. Выпрости, не стесняйся, давай. Ну что, в принципе, я это начинил. На что? Заплатить. Я думаю, тут тренинг раздают. А тут на Алике раздали. Так что, стрелка великолепная такая. Позитивная.